На очередном турнире Международной федерации тенниса в Казахстане Дарья Лодикова сумела дойти до полуфинальных матчей в одиночном и парном разрядах. Для северодвинской теннисистки осенняя серия турниров складывается довольно неплохо. Благодаря хорошим и стабильным выступлениям в турнирах ATF Дарье удалось подняться на высшую для себя строчку рейтинга WTA. В данный момент северянка занимает 683 место Женской теннисной ассоциации.